Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда найдете свежие обзоры на танки, свежие обзоры на рулетки и открытие контейнеров, абсолютно честное мнение по поводу всего, что происходит в игре, абсолютно честный разбор всех новостей, но обязательно анонс того, что ждет нас в будущем. Если вы хотите быть в курсе всего, что происходит в нашей игре, подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайк данному видео и жмите на колокольчик. Поверьте, вы не пожалеете и будете каждый день видеть все новое и новое видео от меня, и я больше чем уверен, что вам это понравится. Итак, ребят, в сегодняшнем коротком видео мы с вами обсудим переведение премиумных машин в статус коллекционных. Один раз мы это уже проходили, и вот буквально в ближайшие дни стартует очередной сезончик в нашей игре. Этот сезон принесет нам новые сезонные танки, но помимо этого целых 23 премиумных машины будет разработчиками переведено в статус коллекционных, и эти танки можно будет продавать за голду. Но только помните, что вам сейчас по новой экономике, продавая танчик за голду, потом вы будете выкупать его в два раза дороже, нежели продавали. Поэтому продавайте с умом и взвешенно подходите к принятию решения в отношении того, чтобы расстаться с какой-нибудь уже коллекционной машиной, которая настанет после обновления. Суммарно будет переведено в статус коллекционных целых 23 танка. Это 4 шестерки, 7 семерок и целых 12 танков 8 уровня. Кто у нас будет и что вы можете получить при продаже этих машин? Итак, ребят, шестерки. За шестерки за каждую продажу вы будете получать по 1750 золотом. Ну и машинами 6 уровня являются Type 64, Объект 244, Черчилль 8, Су-100Y. Если вы захотите продать какую-нибудь из своих семерок, которые у вас завалялись и вы на них не катаетесь, то знайте, что в коллекционные танки переводится 7 танков 7 уровня. При продаже каждого из них вы будете получать по 2500 золота. И это у нас Т-42, CS-52 Лис, Панзер М-10, ВК-4503, Супер Хеллкет, Т-28 Концепт и Стейр ВТ. Если вы захотите расстаться со своими восьмерками, а их у нас переводится в статус коллекционных, как я уже говорил, целых 12 машин, то знайте, что за продажу каждой этой тачки вы сможете получить по 3750 золотом, и в список этих 12 танков входит ВЗ-111, ВЗ-112-2, Е-75ТС, Кейлер, М4А1 револьвер, Титан-54 Дай, Центурион МК-5-1, СТРВ-81, ГСОР-1008, М48А2 Раумфпанзер, Сомуа-СМ и Бофор-Странваген. В общем, ребят, вот такой вот списочек танчиков, которые будут переводиться в статус коллекционных. И еще раз напомню, продавая эти машины, вы будете в будущем, имея такое желание, выкупать их обратно за двойную цену. Поэтому сначала хорошенько все взвесьте, ну а потом уже принимайте решение в отношении того, чтобы расставаться с той или иной машиной. Обязательно пишите в комментариях по поводу того, с какими машинами вы готовы абсолютно не страдая расстаться, кто вам абсолютно не нужен и конкретно какую тачку вы считаете разработчики никогда не должны переводить в статус коллекционных. Также, кстати, напомню по поводу фарма серебра на этих машинах. Разработчики прогарантировали, что данные танчики не будут получать новые коэффициенты доходности. Это значит, что играя на уже коллекционных машинах, количество серебра, которое вы будете зарабатывать по результатам своих боев, не изменится абсолютно. Я надеюсь, я был вам полезен. Ну и, друзья мои, буду вам безумно благодарен за то, что вы лайкните мои труды. Ну и обязательно подпишитесь на канал. Пошел снимать специально для вас следующее видео, а вам, друзья, обязательно мира и спокойствия. Всем пока-пока!